хитрый. А хороший блудень, это как хороший студень, его еще приготовить надо уметь. В общем, там широкое поле деятельности. Жак с винтовкой выглядит ловко. Елки считать русалок. Он совершенно не ловит. Чего? Не ловит. Обход будет не менее 2 или 3 километров. Хитрый Бертут ищет гоблина. Бобровник — это место встреч, если вы не поняли. Я потом сказал, что это не мы. Потом начинается. Одной с другой стороны. Пошла перестрелка. Я сижу, суслика изображаю. После лисей. Стрелили антиснайпера.